Всем привет! Приветствую вас на канале Светлана «Жизнь на севере». Сегодня пятница, 24 июня. Локация — город Сургут. Предлагаю вам прогуляться по цветочным местам. Это в центре города, в моем любимом месте, называется Кедровый Лог. Получается, в эту сторону заезд со стороны санатория Кедровый Лог. Я наблюдаю, что к вечеру всегда у нас выглядывает солнышко. Целый день и дождь был, и почти гроза, и такое небо мрачное. Я думала, что вечером, ну, никак не удастся прогуляться. Но нет, все-таки удалось. Давайте вместе с вами прогуляемся, полюбуемся. Смотрите. Вот здесь у нас находится санаторий Кедровый Лог. И дорожку украшают вот такие вот красивейшие цветочки. Ой, аромат, кто знает, петуни, они очень ароматные. Знаете, всю-всю дорожку тянутся вот эти красивые цветы. Газончик идеально подстрижен, ровный, сыщенный, сочный, насыщенный. Все, как я люблю. Акация уже отцвела. И сейчас полюбуемся на заезд. Я видела очень красивые фигурки. Вместе с вами посмотрим. А погодка, конечно, очень переменчива. Сейчас ловим буквально несколько теплых деньков. Несмотря на дождь, хотя бы у нас тепло. Но в следующей неделе ожидается плюс 11, плюс 13 градусов. Поэтому кто живет в Сургуте, завтра еще шанс насладиться природой. Кто давно планировал, стоит это сделать, потому что следующее тепло придется ждать. И здесь мы подошли с вами к локациям. Интересно, сейчас пройдемся поближе, посмотрим, потому что издалека видно не очень хорошо. Смотрите, такая тропинка, сделанная из пеньков. Позиция с грибочками. Интересно. И таких у нас два домика троллей. Очень интересно оформлено. Кто смотрел «Властелин колец», будет впечатлен. Но еще есть множество мультиков. На память сейчас не скажу. Не часто я смотрю. Один момент часто смотрела, сейчас не смотрю. Бабочки летают, знаете, как будто бы сказочные декорации. Так интересно. Здесь грибочки. Очень интересно. Смотрите. Необычное место весьма. А впереди у нас белочка с шишечкой. Так, с вами дальше еще посмотрим. Здесь еще такая одна декорация в обрамлении таких деревянных пеньков. И наверху у нас сидит аист. Такая вот декорация. Все это пушистые ухоженные кустики, акация довольно-таки больших размеров. Здесь в виде цветочков КЛ расшифровывается Кедровый Лог. Пока он еще закрыт, но обещались, может быть, откроется с марта 2020 года. Он закрыт и ни разу не открывался, но территория, в принципе, всегда была ухожена, то есть садовники здесь всегда были на высшем уровне. Белочка, я не помню, как называется, это особое озеленение, вот это травка, то есть это не искусственная, это все настоящая травка. Ой, мошки, благо влажность высокая, повышенная. Такая вот красивая белочка. Очень красиво. Давайте дальше с вами прогуляемся. Здесь вот тоже вдоль санатория цветочки очень красивые. Но здесь всегда всю жизнь следили хорошо за территорией. Всегда это было очень красиво, ухоженно, нарядно, цветочно. А здесь мы с вами приближаемся к ежику, и вдали еще приблизимся, это попка медведя. Такой вот красивый ежик.
встречает на заезде в парке Дровый Лог. Тоже это из настоящей травки, то есть не искусственное обрамление. Травка будет расти, ее будут подстригать. Вот такой вот ежик, язычок высунул. Здесь вот небольшая территория цветочная прогуляться. Ой, сейчас хорошо, век технологии, можно прогуляться, кто не может по тем или иным причинам прогуляться, просвежиться в парке. И сейчас великолепнейшая возможность вот так вот онлайн прогуляться. Мне тоже очень помогло в свое время, когда не было возможности гулять. Особенно зимой, когда у нас морозы и хотелось увидеть что-то зеленое. Так, я вижу тут еще прудик. Но пока без рыбок, просто водичку набрали. И такие вот ландшафтный дизайн. Здесь цветочная клумба в обрамлении лепестков. Цветочки. И очень красиво, сейчас с вами посмотрим, цветет шиповник. Вот сейчас хороший свет. Цветет шиповник. Впереди сирень, красиво. Ну все-все в обрамлении шиповника, полянок. И мы подходим с вами к Мишке. Это еще не последняя композиция. Сейчас еще кое-что вам покажу. Интересное. Смотрите, тоже из настоящей травки. О, вот такой вот Мишка. Вот такой вот Мишкаил. Вот такой вот красавчик. Так, все, отходим от Мишки. И здесь вот хотела показать, уже в виде цветочков сделано, написано слово Сургут, название нашего города. Вот так вот Сургут. Грибочки, скоро грибочки пойдут. Очень грибное место, богато вообще грибы, ягоды. В следующих видео вам об этом обязательно расскажу, покажу. Вот на фоне белочки хотела снять заключение. Кто не подписался, подписывайтесь, поддержите мой канал. Ваша подписка, лайк, комментарий – это мотивация снимать новые интересные для вас видео, потому что это как ответ от вас, зрителей, прежде всего. Ну все, до новых встреч, пока-пока.